В Щелкове на базе универсального спортивного комплекса Подмосковья состоялся муниципальный этап региональных соревнований ГТО «Командный зачет». Участие в сдаче норм ГТО приняли команды школьных спортивных клубов. С этого соревнования стартует у нас учебный год, у нас много соревнований. Но это такое, скажем так, массовое. От каждого учебного заведения по 10 человек в команде. Традиционный праздник спорта, дети ждут этих соревнований. Им нравится показывать свое, скажем так, мастерство, то, что они умеют, чему научили на уроках физической культуры. Участники выполнили такие нормативы, как прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре, подтягивание на высокой перекладине хватом сверху, поднимание туловища из положения лежа, наклон туловища вперед и эстафета. Команда победителей муниципального этапа представит наш городской округ на региональном этапе соревнований. Евгения Корыська, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.